Ямальский филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпромтранс» готовится провести в ближайшее время работы по ремонту и реконструкции железнодорожного полотна ветки Обская-Баваненкова. Сейчас предприятие занимается подготовкой рельсошпальных решеток. Всего планируется заменить 14 километров пути. Капитальный ремонт железнодорожных путей – это сложный, кропотливый процесс, успешно выполнить который под силу только профессионалам. В этом нелегком деле работники ямальского филиала предприятия «Газпромтранс» идут в ногу с инновациями, применяя современные технологии в реконструкции и ремонте ЖД-путей. Сегодня полным ходом идет подготовка рельсошпальной решетки. Сегодня ведется основная большая работа, значит, по ремонту пути, так как один из участков уже уложен больше 20 км назад. Мы укладываем новые типы рельсов, как бы R65 вместо старых 50, потому что он более мощнее. Подготовка идет, значит, к перевозке газоконденсата. И применили новое крепление фосла, да, вот его видно здесь, значит, для того, чтобы в чем-то упростить работу по содержанию. Значит, экономическая составляющая здесь очень неплохая, но и как бы скрепление само более современное, более новое. Немецкая, правда, разработка, к сожалению, не наша, хотя у нас есть аналоги тоже неплохие. Вот. И мы надеемся, как бы вот сейчас положим экспериментальный участок, что будут очень хорошие показатели именно по эксплуатационным характеристикам. В своей работе железнодорожники делают ставку на качество. Здесь им в помощь пришло новое современное оборудование – крепежная система фосла. Если еще вчера при сборке рельсошпальной решетки монтажники использовали молоток и стальные костыли, то сегодня технический шуруповерт и такой вот крепеж. Бригадир смены Валерий Колосов на железной дороге монтажником трудится 5-й год. За это время успел собрать не одну сотню километров путей старым дедовским способом. Сегодня эта технология изменилась, говорит он. Применяемые инновации облегчили и упростили труд. Да и время для того, чтобы закрепить один крепеж, сократилось с 3 часов до 40 минут. Надежнее фосло получается. Надежнее почему? Потому что костыли, есть костыли, не могут выскочить. Это не выскакивает. Ну и более, и нам получается более легче с ними работать. Ну а, допустим, технология забивания вот этих костылей ранее как было? Тяжелее, намного тяжелее, чем это. Здесь машинка крутит. Здесь вручную мы забивали, здесь, получается, крутит машинка. За рабочую смену бригада из 20 монтажников изготавливают до 10 рельсошпальных решеток. Длина одного звена 25 метров. На сегодняшний день к началу ремонтных работ уже готово 6 километров полотна. В конце июля первая партия будет отправлена до станции Паюта. Всего же за лето планируется провести замену 14 километров пути. И так каждый год. Такими темпами «Газпромтранс» планирует закончить капитальный ремонт всей железнодорожной ветки Обская-Баваненкова к 2020 году. Светлана Киль, Александр Чирва, программа «Время местное».